bones illuminate. First kiss just like a drug under your influence. It's tingling the magic in my veins. This must be love. Oh, crack the sound of my heart. The beat goes on and on and on and on. And oh, crack, you make me feel good. Всем доброе утро. Сегодня уже 16 марта. Вот, идем мы в гости. Подружки, я не постоянно снимаю. Ну, когда куда-то идем, потому что придешь, заболтаешься и уже это забудешь снять. Вот, я вчера помылась, волосы чистые, придумаю, что сделать. Может, даже так пойду, переплету. Хвостик такой сделала, такой вот распущенный, не знаю, придумаю. Вот так что сейчас будем завтракать. Все, не могу этот крем найти солнцезащитный. Я смотрю, что у меня где-то уже какие-то пробелы, что ли, есть. Что-то так напугалась, что пигмент быстро уйдет. Этот в Анталии тоже делает, но она мне сказала, что он держится 2 года, я вам уже рассказывала. И надо пользоваться солнцезащитным кремом. Тут солнце парит, как летом, не знаю. Реально уже такое солнце. Ну, очень теплое. Вот у меня даже, мне кажется, ну, лучше щеки стали намного. Но потихонечку все заживает. И не могу найти, куда я положила вообще. Не могу найти. Я, наверное, к Лене пойду, у нее возьму крем. Вот, пока она им не пользуется. Вот, у нее возьму, потом ей отдам. Когда куплю, до города доеду и куплю. Вот, и поедем еще сегодня вечером к сестре. Вот. На море пока не ездим, потому что ветер очень сильно холодный, и у моря очень холодно. Вот, я все жду, когда чуть-чуть потеплеет. Мы уже, конечно, здесь 2 недели. Я думала, мы съездим, но понимаю, что такой ветер, и ну, ехать... Ну, мы-то ладно, взрослые, а София может заболеть. Пока маленький ребенок, куда хочешь, не поедешь. Машины у нас нет, поэтому как бы вот сейчас поедем вечером, друг даст машину, и тоже, когда поедем на море, тоже он у друга будет просить машину. Но тут такая система. Если ты просишь машину, то потом ты будешь обязан, да, обязан помочь, ну, чем-то, либо тому человеку, у которого ты взял машину. Поэтому, знаете... Поэтому муж часто не берет машину, и как бы, ну, а на автобусе, конечно, Софии ехать. Ну, вот он сейчас работает без выходных, поэтому сейчас пока не поедем никуда. А так можно, конечно. Ой, извиняюсь. Дотаращите. Надо вырезать. Можно, конечно, дотаращите съездить на автобусе, но что-то как-то лучше с ней на машине. Хотя она может и... Посидела бы в автобусе. Вот, поэтому такая система. Если чего-то ты здесь хочешь, то потом ты тоже будешь как бы, ну, вынужден сделать для того человека, у которого что-то ты взял. Поэтому я и не сотрудничаю ни со свекровью, ни с ее дочерью, потому что им что-то потом надо будет от тебя. Вот так вот. Вот такая вот здесь система. Бывает, что свекровь дружит с невесткой, но это, знаете, это редкость, поверьте. Вот с кем я дружу здесь у всех, ну, с которыми девочками я дружу, ну, никто не хочет часто видеться со свекровью, поверьте, потому что им что-то надо будет от тебя потом. Вот. Так что буду готовить завтрак. Вот. Так что, может, для кого-то это было полезной, интересной новостью. Вот она. Лисля! Ку-ка! Гляньте. Дать тебе телефон. Скажи всем привет. Ладно. Дам ей телефон и буду готовить завтрак. И еще включусь. Все, мы уже почти подошли. Сейчас будет зеленый, и мы пойдем. Мы уже идем к Лене. Сейчас я... Вот. Так что вон там ее дома. И мы идем туда. Я извиняюсь, что я так снимаю. Вон тут ковшок этот.
И Лена в тех домиках живет. Это уже вроде зеленый. Наверное, надо пропускать. Дебильное движение, пропускать, а потом идти. Все, мы пошли. Все, я уже у подружки. Вот там на горах видно, наверное, снег. Погодка хорошая. Небо такое голубое, тут постоящие висят. Вот, там вот парк. Мы тут сидим. Еще знакомая турчанка пришла. Я как бы не снимаю их. Вот, люди вон тут живут. Вот так вот живут. Там дорога. Плачет чего-то. Нашла себе занятие. Пляшка. София. Игрушки играют. Кофе тут пьем. Детишки играют. Да, ля-ля. Ля-ля играет. Oh, hemen dedi. Safiye. Onun önce gelin beraber yapalım masada. Ben normalde yapacaktım. Gelin beraber otur bir de. O aynı odada hiç kıpırdamadı. Мы уже в парке у Лениного дома. Тут такие горочки, там спортом можно заниматься. Катись! Она так классно здесь каталась. Такой ветерок, правда, сегодня. Ну, как классно, да? Сейчас спать поедем. Тут, вот, видите, так зелено, пальмы. Хорошая погодка. Ой ты. Так что будем гулять и скоро поедем домойки. Я уже, наверное, включусь у сестры. Где? Иди катись, кукла. Пошла. Деловуха. София тоже хочет. София, гель. Тош. Сразанде. Анне! Тоже решила спортом заняться. Вот мы уже у сестры. У мужа сестры. Почему-то не играют. Столько игрушек. Коробка игрушек. Ним-ним? Чипс. Салата лакостер. София, почему не играешь, а? С букет. Почему не играешь? Букет. Не особо играет. Сейчас принесут тебе, София. Вот тут детская комната. Кровать. Гитару делает тут. Два шкафа. Это старшая, это и младшая дочери. А, София. Такой комод рабочий. Ну как? Вот уроки делает. Вот это классная штука. Я у сестры спросила, тоже хочу такую же, ну, чтобы у Софии была. Видите, тут Мишка такой, ангел, ребеночек, круто. А там просто фотография, это вот дочка и муж сестры, красиво очень. Все тут фотографии в игрушках. О! Нашли чем себя занять. София. Халама, вер, халама. Ver. O zaman biz gidiyoruz. Dur oğlum, ver. Dayım, o zaman ben gidiyorum. Buket, halamı ben gidiyorum. Eve gidiyoruz o zaman biz. Ver. Tamam, alsın, oynasın dayım. Ay, сейчас пойдем кушать и посидим чуть-чуть, поедем домой. Açtı o kuşu. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дискотека для малышей. Так. Ой, дети. Ладно. Включусь попозже. Или, скорее всего, увидимся уже завтра. Вот, может, что-нибудь еще интересненькое поснимаю. Если что, до завтра всем. Ой. Oyuncağı kızardı, buket bozdu mu?